российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал сообщение «Полное скорби». Судя по всему, артист тяжело переживает уход из жизни молодого коллеги. Исполнитель высказался о скоропостижной кончине диджея Тима Берлинга, который выступал под псевдонимом Авечи. Он посвятил артисту публикацию на своей странице в социальной сети Instagram. Похоже, Киркоров тяжело переживает утрату. Уходят. Молодые. Лучшие. Сокрушается он. Многочисленные подписчики звезды начали высказывать соболезнования в связи со смертью диджея. «Сердце разорвано», — написал один из комментаторов. «Держись, Филипп. Это трагедия и для тебя, и для всего мира музыки», — пытается утешить певца другой. В дискуссию с подписчиками Киркоров предпочел не вступать. Примечательно, что многие даже не знали о существовании такого диджея. Ну и что не все его знают. Он же не всем нравится. И не все слушают его музыку. Я тоже понятия не имею, кто он. Ну, может быть, посмотрю в Инете, пишет один из пользователей. Напомним, что диджей Авичи умер 20 апреля в Омане. Ему было всего 28 лет. По предварительным данным, его погубил панкреатит. Музыкант долгое время боролся с тяжелым заболеванием.